4 килограмма. Абрамов Сергей, Люберцы. Соболев Александр, Ступина. Китаев Константин, Подольск. Григорьев Григорий, Люберцы. Весовая категория свыше 94 килограмм. Мурашов Данила, Видное. Михалев Дмитрий, Ступина. Быков Артемий, Люберцы. Герасимов Андрей, Орехова Зуева. Кулаков Артем, Видное. Участники представлены. Участникам дается 10 минут для разминки. Опусти. Вес защита. Быков. Артемий, представитель города Люберцы, вызывается на помост. Первый подход. Вот. Опустить. Вес защита. Городе 40 килограмм на штангу. Ассистент ему стоит штангу 40 килограмм. К этому весу будет вызван Абрамов Сергей, представитель города Люберцы. Вес готов? Блинчики убираем. Абрамов Сергей. Вес штанги 40 килограмм. Представитель города Люберцы. Опустить. Вес защита. Быков Артемий. Держи, держи, держи. Опустить. Вес защита. 41 на штангу. Ассистент, вот, установить 42 килограмма. К весу 42 будет вызван Абрамов Сергей, представитель города Люберцы. Вес готов. На помост вызывается Абрамов Сергей, Люберцы. Держи! Попытка. 45 на штангу. Ассистент мужчины штангу 45 килограмм. К этому весу будет вызван Быков Артемий. Вес готов. Вызывается Быков Артемий, Люберцы. Вес штанги 45 килограмм. Третий подход. Давай. Внимание. Держи! Попытка. 55 килограмм. Будет вызван Китаев Константин, представитель города Подольска.
Итак, вес готов. Вес штанги 55 килограмм, вызывается Китаев Константин, представитель города Подольска. Внимание! Опустить. Вес засчитан. Ассистентом 60 килограмм на штангу. Мурашов Данила, представитель города Видный, будет вызван к весу 60 килограмм. Китаев готовится. Внимание. Оценку дайте, пожалуйста. Вес не засчитан. Два кармана. Китаев Константин приглашается к весу 60 килограмм, представитель города Подольска. Второй подход. Итак, Китаев Константин на Подольск на помосте. Второй подход. Внимание. Держи, держи, держи. Жди. Опустить. Вес засчитан. Шестьдесят на штангу. К весу 65 килограмм будет вызван Кулаков Артем, представитель города Видное. Мурашов готовится. Артем, Видное, первый подход. Вес штанги 65 килограмм. Внимание. Опустить. Вес засчитан. Мурашов Данила будет вызван к весу 65 килограмм. Мурашов Данила. Видное. Китаев готовится. Вес засчитан. Китаев. Вес готов. На помост вызывается Китаев Константин, представитель города Подольска. Вес штанги 65 килограмм. Третий подход. Кулаков готовится. Попытка. Ассистентом 70 килограмм на штангу. На помост будет вызван Кулаков Артем. Вес готов. Кулаков Артем, Видное. Мурашов готовится.
Держите. Без защиты. Перерыв между рывком будет 10 минут. Итак, Мурашов Данила. Вес штанги 70 килограмм. Третий подход. Внимание. Опустить. Вес засчитан. Спортсмен справился с этим весом. 75 килограмм на штангу. И свой первый подход выполнит Михалев Дмитрий, представитель города Ступино. К весу 75 килограмм будет вызван Кулаков Артем, представитель города Видное. Вот этот край правый поправить. Итак, вес штанги 75 килограмм, Кулаков Артем. Внимание. Попытка. 78 на штангу. Соболев Александр будет вызван к весу 78 килограмм. Представитель города Ступино. Вес готов. На помост вызывается Соболев Александр, представитель города Ступино. Первый подход. Вес штанги 78 килограмм. Вес засчитан. К весу 78 килограмм будет приглашен Григорий Григорьев Григорий, представитель города Люберцы. 78 на штангу. Вес готов. Вызывается Григорьев Григорий, представитель города Люберцы. Первый подход. Опустить. Вес засчитан. Ассистентом 79 килограмм на штангу будет вызван Михалев Дмитрий Ступино. Соболев готовится. Михалев Дмитрий вызывается на помост к весу 79 килограмм. Представитель города Ступино. Опустить. Вес засчитан. Ассистентом 80 килограмм на штангу. Соболев Александр будет вызван на помост.
представитель города Ступино. Михалев готовится. Вес готов. Вес штанги 80 килограмм. На помост вызывается Соболев Александр, Ступино. Вес защита. Ассистентом 81 килограмм на штангу. 81. Соболев Александр. Михалев. 82 на штангу. Михалев Дмитрий будет вызван. Представитель города Ступино. Вес готов. Приглашается Михалев Дмитрий, представитель города Ступино. Второй подход. Вес штанги 82 килограмма. Держать. Опустить. Вес защита. К весу 82 килограмма приглашается Соболев Александр, представитель города Ступино. Третий подход. На помосте Соболев Александр, Ступино. Вес штанги 82 килограмма. Внимание! Опустить. Вес защита. Восемьдесят три на штангу. Григорий будет вызван к весу 83 килограмма. Представитель города Люберцы. Михалев готовится. Вес готов. Григорий. Представитель города Люберцы. Второй подход. Внимание. Опустить. Вес защиты. Ассистентом 84 килограмма на штангу. Михалев Дмитрий будет вызван на помост. Вес готов. На помост приглашается Михалев Дмитрий, представитель города Ступино. Третий подход. Вес штанги 84 килограмма. Опустить. Вес защита. 85 на штангу ассистентом установить. Григорий будет вызван к весу 85 килограмм.
Вес готов. Григорьев Григорий, люберцы. Держи! Держи! Опустить. Вес засчитан. 110 килограмм на штангу ассистентом. 110. Герасимов Андрей будет вызван на помост. Представитель города Орехово-Зуево. Вес готов. Вес штанги 110 килограмм. Приглашается Герасимов Андрей, представитель города Орехово-Зуево. Поприветствуем атлета. Вес засчитан. Оценку дайте. Вес засчитан. Сто 15 килограмм на оценку. Итак, вес готов. Герасимов Андрей, представитель города Орехово-Зуево, вес штанги 115 килограмм, второй подход. Поприветствуем атлета. Сто 16 килограмм на штангу ассистент вам ставить. 116. Вес готов. Вес штанги 116 килограмм. Приглашается Герасимов Андрей, представитель города Орехово-Зуево. Внимание! Попытка. Thank you.
Итак, Герасимов Андрей, 116 килограмм, представитель города Орехово-Зуево. Внимание! Вес защиты. Ассистентам установить вес штанги 45 килограмм. 45 килограмм на штангу. Китаев Константин будет вызван к весу 90 килограмм. Итак, вес штанги 90 килограмм, приглашается Китаев Константин. Засчитан. Константин справился с этим весом. 95 на штангу. Михалев Дмитрий будет вызван на помост. Ассистентом установить вес штанги 96 килограмм. Итак, вес готов, вес штанги 96 килограмм. Приглашается Мурашов Данила, представитель города Видное. Кулаков готовится. Вес засчитан. Ассистентом 97 на штангу. Кулаков Артем будет вызван к весу 97 килограмм. Внимание! Жать. Опустить. Вес засчитан. Артем справился с этим весом. Ассистентом 100 килограмм на штангу. К весу 100 килограмм будет вызван Григорьев Григорий, представитель города Люберцы. Вес готов. На помост называется Григорьев Григорий, Люберцы. Вес штанги 100 килограмм. Внимание! Встал, встал.
Опустить. Вес засчитан. Михалев Дмитрий приглашается на помост к весу 100 килограмм. Представитель города Ступино. Внимание. Опустить. Вес засчитан. Сто пять килограмм на штангу. Григорьев Григорий будет вызван к весу 105 килограмм. Михалев готовится. Вес готов, на помост вызывается Григорьев Григорий, представитель города Люберцы. Вес штанги 105 килограмм. Засчитан. Михалев Дмитрий приглашается на помост. Второй подход к весу 105 килограмм. Михалев Дмитрий. Внимание, на помост вызывается Михалев Дмитрий Ступино. Опустить. Вес засчитан. Сто семь на штангу. Григорьев Григорий, представитель города Люберцы. Итак, вес готов, вес штанги 107 килограмм. Приглашается Григорьев Григорий, представитель города Люберцы. С этим весом.
Михалёв Дмитрий приглашается на помост к весу 107 килограмм. Итак, на помосте Михалёв Дмитрий. Вес штанги 107 килограмм. Внимание! Опусти! Вес засчитан. Ассистентом 113 килограмм на штангу. К весу 113 килограмм свой первый подход выполнит Соболев Александр, представитель города Ступино. Вес готов. Вес штанги 113 килограмм. Приглашается на помост Соболев Александр, представитель города Ступино. Вес засчитан. Сто 118 килограмм на штангу. 118. Второй подход выполнит Соболев Александр, представитель города Ступино. Вес готов, на помост вызывается Соболев Александр, представитель города Ступино. Второй подход. Вес штанги 118 килограмм. Герасимов готовится. Внимание! На помосте у нас Соболев Александр, представитель города Ступино. Вес штанги 118 килограмм. Второй подход.
Опустить. Вес засчитан. Ассистентом 123 на ставку. Вес готов. Вызывается на помост Соболев Александр, представитель города Ступино. Вес штанги 123 килограмма. Третий подход. Итак, на помойке у нас Соболев Александр, представитель города Ступино, вес штанги 123 килограмма. Третий подход. Вес засчитан. Ассистентом 140 килограмм на штангу. Свой первый подход к этому весу выполнит Герасимов Андрей, представитель города Орехово-Зуево. Вес готов. На помост приглашается Герасимов Андрей, представитель города Орехово-Зуево. Поприветствуем атлета. Вес засчитан. Ассистентом 145 на штангу.
Итак, вес штанги 145 килограмм. Вес штанги 145 килограмм. На помост приглашается Герасимов Андрей, представитель города Орехово-Зуево. Поприветствуем атлета. Итак, внимание, Герасимов Андрей, город Орехово-Зуево, вес штанги 145 килограмм. От дальнейшего подхода атлет отказался. Перерыв. Начинаем награждение весовой категории 94 и плюс 94 килограмм. Награждение производит директор детско-юношеской спортивной школы «Спартак Орехово» Фролов Евгений Александрович. Весовой категории до 94 килограмм занимает Китаев Константин, город Подольск. Сумма двоеборья 150 килограмм. Спортсмен награждается медалью и грамотой Министерства спорта Московской области. Второе место. Григорьев Григорий, люберцы. 192 килограмма. Сумма двоеборья. И победителем первенства Московской области весовой категории до 94 килограмм среди юношей становится
Соболев Александр, Ступина. 205 килограмм. Сумма, которая принесла победу Александру. Награждается тренер победителя Игорь Бакаринов. На пьедестале. А еще призы вот подоспели участникам призы. Секундочку, подождите, сейчас участников. Награждайте, прошу. Награждение. Призы предоставил строительно-торговый центр «Баррикада». Поблагодарим наших спонсоров. Фото на память. Спасибо. Переходим к награждению весовой категории свыше 94 килограммов. Суммы двоеборья 167 килограмм. Третье место занимает Кулаков Артем, город Видное. Серебряным призером наших соревнований становится Михалев Дмитрий, Ступина. 191 килограмм в сумме двоеборья. И чемпионом самой престижной супертяжелой весовой категории объявляется Герасимов Андрей, город Орехово, Зуево. Сумма Андрея 261 килограмм. И он же становится абсолютным победителем всех наших соревнований среди юношей. Награждается подарком и памятным кубком. Андрей награждается еще. Также мы не забудем наградить его тренера Мельникова Романа Евгеньевича. Приглашаем на пьедестал. Главного виновника сегодняшнего торжества. Вот она память. Спасибо, участники. В результате двухдневной упорной борьбы среди команд места распределились следующим образом. Третье место занимает команда юношей города Подольска. Суммой очков 137. Прошу представителя на пьедестал. Второе место. Суммой очков 153 занимает команда юношей города Ногинска. Представитель, прошу. Есть кто-нибудь? Есть, отлично, становись. И чемпионом в командной борьбе становится город Коломна. 157 очков в итоге набрали спортсмены. Но, к сожалению, в сегодняшнем дне они у нас не участвуют. Получит кубок вице-президент Федерации Московской области и отдаст потом команде, передаст представителю. Получает Владимир Сущак кубок себе. Спасибо. С 2019 года Федерации тяжелой атлетики Московской области
утвердил новую номинацию – общий годовой командный зачет. В этой номинации складываются все результаты команд за весь текущий год. В итоге, после 7 соревнований, третье место заняла команда «Подольска». Команда «Инск» заняла третье место, команда «Подольска». Второе. «Инск». И победителем стал команда «Видное». Победитель команды города «Видное». Награждается большим бабинным кубком. А вот и все это команды «Видное». Но больше, как видно, с них не все. Они внесли 90% победы. Успехи тренеров города Видное. Они готовили общие фото на память. Минутку. Спасибо. Аплодисменты. Ничего, что так по три раза. Не, да, все правильно.